Ежедневно на уборку снега выходит в общей сложности 1000 человек. Очистка происходит в две смены. Задействовано 60 КАМАЗов, а также от 19 до 25 погрузчиков, в зависимости от времени суток. На сегодня уже вывезено за пределы города около 200 тысяч кубов снега. Только за последние 10 дней мы вывезли 100 тысяч кубических метров снега. Вы знаете, что снега выпало очень много в начале марта, поэтому эта работа будет продолжена. На сегодняшний день проводятся работы по пропуску талых вод. И большая просьба убедительная наших горожан, чтобы они вовремя выбирали снег со своей территории, вывозили на прилегающую территорию, чтобы наша техника могла их вывозить. Один из объектов, которые посетили главы города и области – поселок Зачаганск. Здесь, по словам местного акима, уборка снега идет по плану. Его вывозят с дворов жилых домов из частного сектора. Также очищают арыки. Их протяженность, кстати, составляет свыше 20 километров. Активно помогает в этом вопросе молодежь. У нас здесь перепад, вода идет вот так по улице, здесь, естественно, дорога. И проанализируя предыдущие годы, мы вот такие трубы, такие 4 будут трубы установлены, и которые будут пропускать воду в ту зону. Угу. И как раз вот там вы видели, уже идет обводной канал строительства, который будет пропускать эту воду талую туда, в низину. Алтай Кульгинов попросил не останавливать работу по вывозу снега. Сейчас уже, видите, плюсовая началась температура, а еще ожидаются осадки. Вот целую неделю сейчас осадки ожидаются. Сейчас уже все пошло потепление, надо активно вывозить. Погода сейчас позволяет, благоприятная погода, ночные заморозки сейчас активны, 2-3 смены. И самое главное, сейчас мы технику у нас достатки полностью, все строительные компании, всех попросили. Также оба акима попросили граждан вывести снег со своего двора на обочину дорог, чтобы коммунальщикам было легче его собрать. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.